Сегодня мамы отбросили все дела и проблемы и занялись собой. Сделали прически, макияж на конкурсе грации, нежности и красоты. Всего 10 участниц. У каждой своя история. Конкурсантки воспитывают детей с ограниченными возможностями. Одна из них – мама четверых детей Маргарита Жданкина. Мы, мамочки, дома сидим в основном, поэтому себя показать, на людей посмотреть тоже так. Но в основном это для себя эмоции какие-то новые. Конкурс проходил в 4 этапа. Жюри, состоящее из мужчин, оценивало красоту и артистизм конкурсанток. Хотя все участницы достойны звания «Мама совершенства». Главная задача сегодня, вы знаете, просто показать маму, показать всем присутствующим в зале, да, о том, что каждая женщина прекрасна, независимо там от внешности. Самая главная цель конкурса – это, конечно, показать не столько внешнюю красоту, которая есть у каждой женщины, но и раскрыть внутренний мир и внутреннюю красоту. Уход за особенным ребенком требует очень много времени. Мамы почти постоянно находятся дома, устают. А проведение подобных мероприятий восстанавливает, придает сил и энергии. Идет живое общение. И мамы после таких праздников становятся более жизнерадостными и красивыми. А хорошее настроение передается детям. Ведь им для выздоровления тоже нужны хорошие, добрые эмоции. Чинчика Шпуко, Владимир Сюртюк, Софья Сая, телеканал Тува 24.